Смотрите в эту субботу итоговый выпуск программы «Новости 24 Саратов». Гость студии – министр образования Саратовской области Марина Епифанова. Надо отметить, что к профильному чиновнику накопилось немало вопросов. Это отставка директора физико-технического лицея, нехватка профессиональных педагогов в саратовских школах, снижение показателей по результатам ЕГЭ, а также подготовка к новому учебному году. Если у вас есть вопросы к министру образования, звоните к нам в редакцию по телефону 543-111.